Вот, кстати, здание того самого холодильника, о котором я говорил. За ним вот видно серая лошадь, скульптура на крыше, да, серой лошади. И вот левее вот тот самый офисный восьмиэтажный центр, который вот в Нюрлино-Алеутской. Вот, и, собственно говоря, это здание холодильника, когда строили этот офис, офисное здание на Алеутской, компания Тимко, так как первоначально там предполагалось 4 этажа, в итоге построили 8 этажей. Ну и, собственно говоря, из-за этого пришлось сваи забивать несколько глубже, насколько я понимаю, чем для 4-этажного здания. И в результате этого стали разрушаться стены картинной галереи, вплотную, которая вот стоит этот офис, стены гаража краевой администрации. И вот это вот, собственно говоря, вот это вот здание холодильника российско-американской компании Уникон, как-то так она называлась, сейчас это не суть важно. В гараже ремонтные работы произведены были, в картинной галерее вроде бы тоже. А это здание, оно входит, собственно говоря, стоит на участке, который компания Тимко сейчас и владеет. Но эта компания будет реставрировать вот здание этого холодильника. Кстати, это, не знаю, первый или нет, но один из первых точно холодильников во Владивостоке был построен для завоза вот мяса, замороженного мяса, для хранения замороженного мяса. И вот именно здесь. И представляет, я не знаю, с точки зрения архитектурной, можно сказать, конечно, сарай с головой быка. Но историческую уж ценность точно представляет. И если, конечно же, на его месте возникнет вот подобная стекляшка. Мне кажется, высотой 8, 9, 10 этажей. А почему нет, собственно говоря, центр города? Вот здесь у нас и администрация, то бишь правительство. Здесь у нас и находятся все наши достопримечательности городские. И железнодорожный вокзал недалеко. Ну и вот в этом месте, конечно же, офис. Так тысяч, я не знаю, на 15-20 квадратных метров. Почему бы и нет? Хотя вот, конечно, где будут парковаться, опять же, все сотрудники этого офиса. Кстати, когда вот строили вот офис Тимко, там сразу изначально не были предусмотрены парковочные места. Это так, к слову. Если это здание вот будет разрушено, потом опять кто-то скажет, и кто-то этим возмутится впоследствии, и скажет, а чего теперь руками-то, кулаками махать после драки? Все уже поздно. Поезд ушел, вот, кстати, и поезд сюда подъезжает. Так что вот такое вот тоже есть. Есть такой вопросик небольшой. Как видите, оно разрушается. Состояние у него неудовлетворительное, естественно. Но отреставрировать его, мне кажется, можно. Нормально именно отреставрировать, а не снести и построить что-то на его месте.